Мирон заболел ветрянкой, и мы уже неделю сидим дома на больничном. Переиграли во все игры, а тем временем у меня накопилось много домашних дел. И тут я придумала. Давай поиграем в уборщиков. Мирону очень понравилась эта идея, ведь в эту игру мы еще с ним не играли. Тряпку? Да. А я буду средством? Да. Правило в этой игре следующее. Мирону нужно убрать пыль и вымыть пол. Ну а мне досталось мытье ванной и унитаза. Но с этим мы быстро справились. А самый сложный уровень игры – это вывести пятна от зеленки с пижамы Мирона. Я была уверена, что это невозможно. Но у Мирона все получилось. А значит, игра пройдена, и Мирон стал абсолютным победителем.